Юнацкая лига боксу у Витебску. Сборная команда школьников Павнушных региона провела матчевую встречу с командой города Минска. Соперники смагались за право оспречить бронзовые медали турниру. В упартой борьбе перемогу с ликом 9-7 вырвали витебляне. За боями на боксерском рынгу сочила и наша здымочная группа. Тему протягнет Сергей Мисурагин. Сьогоднішній турнір зборная команда Вітебської області починала у статусі діючих чемпіонів спаборництву. Гэты титул наші земляки утримували на протягу 2 років. Іншими словами, спортсменам Павнушного регіона примусили лічитися собою на республіканському узровні. Сьогодні боротьба з соперниками йшла з перемінним поспіхом. Перемоги чергувалися з пораженнями. Від виніку матчової зустрічі з мінчанами залежало, чи зможуть наші земляки протягнути боротьбу за медалі турніру. Ми зараз боксуємо за вихід в полуфінал. Чья команда победит, те пойдут дальше. Приехало 16 человек из города Минска и 16 представителей Витебской области. Юнацкая лига боксу – это споборництво стенка на стенку. Каждую команду представляют 16 пар боксеров. Таким чином заявляются все ваговые категории. А школьники, в свою чергу, назапашивают в опыт у поединках с соперниками из всех регионов Беларуси. Это очень хороший старт для ребят. Они как бы хорошо, ну, как получают опыт. Боевой конкретно вот ездят по городам Беларуси, как бы встречаются с разными противниками, и то есть это очень большой как бы для них толчок для будущего как бы в боксе. У кожній команді є свої лідери, а від їх виступлення залежить агульний настрой колективу. Перемога над моцним опонентом може переламати ход усього матчового супротистояння. Це для мене майбутнє. Я планую стати в майбутньому професіональним боксером, заробляти, ну, приличні суми. Ну і от, поки що тренуюсь, їжу на соревнования. Провел я 5 боїв і поки що один проіграв, але от зараз буде рішаючий. Ми набираємося опыта, їздимо по стране. Боксируем с разными командами, выигрываем, проигрываем. Я пока что выигрывал все бои. На початку встречи у легких ваговых категориях лидерство захопили столичные боксеры. Але витебляне показали, что удар тримать умеют. На початку господары обновили равновагу, а потом и вышли наперед. Матчевая встреча завершилась с ликом 9-7 на користь сборной Витебской области. Таким чином наши земляки завоевали право оспрешить бронзовые медали турниру. Их соперником будет сборная Гомельской области. Матч пройден на нейтральном рингу у Минску 11 красовика. Сергей Мисурагин, Станислав Дудин. Новини Витебск.